В Сагдийской области Таджикистана по инициативе руководства ОМВД Сагдийской области созданы 7 рабочих групп сотрудников органов правопорядка на местах. В обязанности этих групп входит проведение во всех городах и районах области рейдов и встреч с населением, особенно с молодежью, в целях профилактики и предупреждения преступлений. Как сообщил Авеста, глава пресс-центра ОМВД Сагдийской области Акбар Шарипов, рабочие группы созданы в рамках программы по предупреждению и профилактике преступлений, принятой в Согде в 2016 году. В ходе встречи рейдов особый акцент делается на предупреждение вовлечения молодежи в различные террористические и экстремистские организации, отметил Шарипов, подразумевая исламские группы и движения. Следует отметить, что создание такого рода групп для оказания давления на соблюдающих мусульман далеко не новое явление, и, как показывает практика, подобного рода рабочие группы силовых структур не ограничиваются только лишь беседами и предупреждениями, но используют угрозу и даже насилие, как это происходило во время кампании по насильственному сбриванию бород и снятию платков женщин.